Здравствуйте. В эфире телеканала ЖТСУ выпуск вечерних новостей. В студии Гульмира Тимиргалиева. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о главном. Ангел в тюбетейке. От коронавируса скончался видный деятель культуры Алматинской области. Служу Отечеству. Новый состав правительства принес присягу народу Казахстана. Ущерб возмещен. Более 4,5 миллиарда тенге вернулось в казну государства. Новый состав правительства утвержден в Казахстане. Соответствующий указ подписал глава государства Касым Жомарт Токаев. Напомним, старый состав Кабмина был распущен после парламентских выборов, которые прошли 15 января. Кардинальных изменений не произошло. Большинство министров сохранили свои кресла, за исключением двух министерств. А сегодня на заседании правительства новые министры, согласно процедуре, принесли присягу служить народу Казахстана и применять знания и жизненный опыт для развития страны. Первого февраля в Казахстане начнется массовая вакцинация населения. Глава правительства Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения совместно с акиматами обеспечить готовность медицинских организаций к началу этой кампании. До конца года будет привито порядка 6 миллионов казахстанцев. Уже подписано соглашение между Карагандинским фармацевтическим комплексом и Российским фондом прямых инвестиций на предоставление первых 20 тысяч доз вакцины. По прогнозам, к концу марта количество больных с коронавирусной инфекцией может увеличиться. В связи с этим премьер-министр дал поручение акимам регионов подготовить план превентивных мер, ограничения на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, обеспечить строгое соблюдение населением и субъектами бизнеса установленных санитарных норм, в недельный срок провести ревизию запасов средств индивидуальной защиты и антиковидных лекарств в инфекционных стационарах, а также организациях первичной медико-санитарной помощи. Министерству внутренних дел совместно с акиматами поручено усилить работу мониторинговых групп, а совместно с Министерством информации усилить разъяснительную работу. Вечная память. Сегодня страна потеряла одного из величайших актеров казахского кинематографа, почетного жителя Алматинской области и уважаемого всеми аксакала Алимгазы Раимбекова. Ангел в тюбетейке ушел из жизни в возрасте 85 лет. Легенда советского кино скончался из-за коронавируса. Алимгазы Раимбеков – культовая личность в казахском кинематографе. Всенародный любимец был премьером идеального человека. Добродушие, дальновидность, проницательность. Он сочетал в себе все эти положительные качества. Его кончина – большая утрата для всего Казахстана. В памяти друзей, родственников и коллег он навсегда останется светлым и жизнерадостным человеком. Слова соболезнования близким Алимгазы Раимбекова одним из первых выразил аким Алматинской области. Глава региона на своей официальной страничке в Facebook посвятил пост в память Аксакала. Всего 2 месяца прошло со дня нашей встречи с Алимгазы Раимбековым. Тогда я поздравил его с 85-летним юбилеем. В конце года мы вновь увиделись с ним. Это была предновогодняя встреча с ветеранами области. Тогда мы получили благословение Алимгазы Аксакала. Он пожелал нам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Потом он улыбнулся и прижал меня к своей груди, словно прощаясь. Пусть его душа покоится с миром. Алимгазы Раимбеков не был профессиональным артистом, однако благодаря своей колоритной внешности за свою жизнь снялся в 17 кинолентах. Начав с культовой комедии «Ангел в тюбетейке», принесшей ему всенародную любовь и славу, он также играл в художественных фильмах «Долана», «Урал, объятый огнем», «Кровь и пот», «Степной цветок» и других. Помимо этого, нередко появлялся на театральных подмостках. Он был очень добрым, щедрым. Какой у него рост, какой у него внешность, такой и у него нутро. Вот. Поэтому он своим поведением, своим прожитым жизненным путем, он нас, для нас был примером. И все его любили. Мы с ним ездили и в Уровое, и в Кызылорду, и Петропавл, Урал, Астану, Тараз. Куда бы мы ни ездили, всегда он желанный гость. Еліміздің мақтанышы, мемлекетіміздің.
Алимгазы Раймбеков – мой учитель, можно сказать, второй отец. Он пример для всех нас. Я занимаюсь спортом, армрестлингом. 9 раз становился чемпионом на международных и мировых конкурсах. Всякий раз, когда я отправлялся на соревнования, Алимгазы Ата давал мне бата, благословляя на победы. Я много раз сидел с ним за одним дастарханом и очень горжусь этим. Он – великий человек. За свою долгую и яркую жизнь Алимгазы Раймбеков удостоился огромного количества наград, как областного, так и республиканского значения. В их числе заслуженный деятель культуры РК, почетный гражданин Алматинской области и другие. Однако его самая большая победа – признание народа. И даже выйдя на заслуженный отдых, он не переставал приносить пользу обществу. Аксакал был постоянным и желанным гостем различных мероприятий, проводил встречи с молодежью. Можно с уверенностью утверждать, у Алимгазы Раймбекова есть свое вполне заслуженное место не только в казахском киноискусстве, но и в наших сердцах. Дамир Анитов, Хайрат Костурганов, телеканал ЖТСУ. Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выразил слова соболезнования родным и близким известного актера и деятеля культуры Алимгазы Раймбекова. Об этом на своей странице в Твиттер написал пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай. Он был талантливым человеком, оставившим неизгладимый след в отечественном кинематографе. Эльбасы выразил уверенность, что его яркий образ навсегда запомнится публике, говорится в сообщении. Ущерб почти в 5 миллиардов тенге нанесен бюджету Алматинской области из-за коррупционных правонарушений за 2020 год. В результате работы областного департамента по противодействию коррупции почти 4,5 миллиарда удалось возместить. Общее число зафиксированных правонарушений составило 277, более половины из которых тяжкие и особо тяжкие. В сфере строительства зарегистрировано 28, в сфере ЖКХ 17, земельных отношений 19, здравоохранения 15 коррупционных преступлений. Наибольшее число уголовных правонарушений среди вышеперечисленных фиксируется в таможенной сфере. Зарегистрировано 114 коррупционных преступлений, привлечено к уголовной ответственности 33 лица. Каждый факт коррупции, выявленный департаментом, подвергается тщательному анализу на предмет установления причин и условий, способствующих их совершению. Более 36 руководителей были привлечены к уголовной ответственности. Из них с 36 это 8 областных, один руководитель был республиканского значения, 8 руководителей районного, 13 городских, 3 сельских было. По этому поводу работа была очень большая, хотя наша организация, наш департамент, он очень один из мобильный наш департамент считается. Несмотря на это, мы его максимально отрабатываем. Заложники ситуации. На протяжении 2 лет жители города Уштобе вынуждены проживать в критических условиях. И это при том, что квартиры нуждающимся семьям были выданы в отремонтированном доме. Какие меры будут приняты властями района для решения наболевшей проблемы жильцов, узнаем из материалов сюжета. Сорокаквартирный дом панельного образца на балансе акимата Каратальского района числится как коммунальное жилье. В 2019 году квартиры были распределены между малоимущими многодетными семьями, а также имеющими на иждивении детей-инвалидов. На сегодняшний день здесь проживает около 150 человек. Несколько лет в доме никто не проживал. Частное лицо, в ведении которого было жилье, в 2019 году провел ремонтные работы. В том же году приобрели недвижимость и вселили в него очередников района. С момента заселения для жильцов дома начались испытания холодом. К слову, бывший владелец недвижимости произвел полную замену отопительной системы, подключенной к автономной печи. Но, по словам жителей, тепла в квартирах нет. К тому же, из-за нарушения правил техники безопасности, они едва не лишились единственного источника теплоснабжения. 5 января произошло ЧП, возгорание электронасоса, манометра, клапанов и другого. Пожар устранен и все оборудование отремонтировано. В настоящее время дом обеспечен теплом. Ситуация находится на контроле районного акимата. Уставшие от жизни в постоянном холоде и взрослые, и дети часто болеют. К тому же многие семьи уже который год вынуждены обогреваться электрическими печами. С одной стороны, это дополнительные финансовые затраты. С другой – страх возникновения пожара. Поэтому люди выдвигают свои требования, в числе которых утепление стен дома, а также подключение к централизованному отоплению.
Посмотрите, все во льду, все в плесени. Здесь стоял холодильник. Убрали. Батареи горячие, но в квартире холодно. На внешней стене есть трещина. Многодетная мать Гульбахрам Маметова в этом доме живет с лета 2019 года. Старшая дочь женщины состоит на учете с заболеванием сердца. Но из-за постоянного холода подросток часто болеет. Со слов Гульбахрам, доход семьи всего 80 тысяч тенге, треть которого уходит на погашение коммунальных платежей. К слову, семье с детьми-инвалидами здесь проживает не один десяток. Ни патрон жок, ни жок, бәрін өзім жасап отырмыз. С момента заселения я бесконечно что-то ремонтирую. Часто патроны выбивает, нет света. Не было горячей воды, пришлось самим бойлер купить. Стены на кухне постоянно сырые и в плесени. Мы и спим в зале, и едим там же. Практически живем в одной комнате. Но самое страшное, что мои дети стали очень часто и подолгу болеть. Учет пен. У меня больное сердце, поэтому нужно беречься. Но из-за ужасного холода я постоянно болею. Мы устали жить в таких условиях. Не лучшая ситуация и в других квартирах злополучной многоэтажки. Отсюда вот здесь все дует. Когда ветер, аж слышно, как ветер это шумит. Ежедневно на обогрев многоэтажки уходит порядка полтонны угля. С твердым топливом помогает Акимат и местные спонсоры. На сегодняшний день здесь имеется 25 тонн угля. Ситуация скоро изменится, комментируют представители власти. Ведь уже в этом году планируется подключение этого дома к газовому отоплению. Штивы қаласы бойынша қазір газ тарату жүйесі сметалық құжаттамалары әзірленуде. Проектная смета в процессе разработки. Мы планируем подключить дом к газовому отоплению и установить модульную котельную. Тем не менее, жильцы дома также должны сами создавать для себя условия, чтобы сохранять тепло. Элементарно закрывать подъездную дверь и окно на площадке. Из-за этого идет теплопотеря. Пока у жильцов дома не остается выбора, однако в перспективе изменение ситуации в лучшую сторону. К тому же уже в текущем году планируется строительство и детской игровой площадки. Гульмира Тимиргалиева, Аблай Куттыкбай, телеканал ЖТСУ, Каратальский район. В Талдыкургане задержан пропагандист синтетических наркотиков. 24-летний парень наносил адресные трафареты по продаже запрещенных продажи веществ. При этом он указывал свой сайт. Для большего охвата аудитории он размещал афиши в местах массового скопления людей. Заметив, что подозреваемый совершает противоправные действия в подъезде многоэтажки, житель этого же дома поднял шум. Сотрудники роты патрульной полиции, оперативно прибывшие на место происшествия, разыскали подозреваемого, который не успел далеко уйти. По подозрению в причастности к преступлению задержан житель города Талдыкурган 1996 года рождения. В ходе личного обыска у него были изъяты все вещественные доказательства. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 299 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. По окончанию досудебного расследования материалы будут направлены на рассмотрение в судебные органы. Жительница Алматы подала в суд на лиц, которые после ее участия в телевизионном ток-шоу организовали травлю на нее в социальной сети, сообщает телеканал «Астана». На ток-шоу «Кызгалдак Талгат» Кызы призналась, что в 14 лет она подверглась насилию со стороны троих взрослых мужчин. В результате родился ребенок. После эфира, по ее словам, один из участников того самого шоу организовал на нее травлю в соцсети. Он же звонил на личный номер телефона и писал сообщение с оскорблениями. «Кызгалдак требует с обидчика 50 миллионов тенге». Виновному грозит как минимум штраф, а максимум – общественные работы. Правозащитники же уверяют, суды неохотно принимают такие дела, поэтому часто хейтеры остаются без наказания. Ответственность за оскорбления в сети нужно ужесточать, считают правозащитники. Десятки арендаторов крытого рынка в Актюбинской области буквально остались на улице. В минувшие выходные торговый павильон в городе Канды-Агаш почти полностью сгорел. В итоге продавцы потеряли товар на миллионы тенге. Многие брали продукцию в кредит. При пожаре в крытом рынке «Алан» выгорело 700 квадратных метров, при том, что общая площадь здания составляет 900 квадратов. К счастью, обошлось без человеческих жертв. О причинах пожаров в ДЧС пока не говорят. Администрация рынка ЧП никак не комментирует. Там подсчитывают потери. Ущерб от пожара выяснит и специальная комиссия. Чиновники же обещают помочь пострадавшим торговцам, предоставить им бесплатно торговые места в других павильонах на территории рынка. Кроме того, в Акимате не исключают, что торговцам выплатят компенсацию 140 тысяч тенге. Но смогут ли рассчитывать на эту помощь все погорельцы, чиновники не уточняют.
Самая глубокая впадина в Казахстане превращается в свалку. Как отмечает телеканал КТК, еще недавно чиновники планировали в Караге курортную зону. Впадина находится вдали от населенных пунктов. На видео, которое шокировало экологов, помимо хлама видны следы от нефтепродуктов. Покрышки от машин и бытовой мусор сюда, судя по всему, вывозили грузовиками. Специалисты уверены, все это наносит непоправимый ущерб особо охраняемой территории. В департаменте экологии успокаивают, уже в июне вступит в силу новый закон. Он позволит контролировать вывоз мусора, а также в несколько раз увеличить штрафные санкции. Пока же убирать в заповедной зоне будут по старинке, после сигнала от местных жителей. Более 8 тысяч заболеваний коронавирусом зафиксировано в Алматинской области на сегодняшний день. Регион находится в желтой, а город Талдыкурган – в красной зоне. О росте числа заболевших, а также о готовности противостоять вирусной пандемии рассказал руководитель управления здравоохранения области Умирзак Неизбеков. В настоящее время на лечении от тяжкого недуга находится 617 человек. Прирост заболеваний за последние сутки составил 93. Это более 1%. В связи с увеличением загруженности инфекционных стационаров количество коечного фонда увеличено с 1138 до 1300. В медорганизациях функционируют 17 компьютерных томографов. В целом оснащенность медицинским оборудованием повышена на 10%. Закуплено 180 карет скорой помощи, 12 передвижных медицинских комплексов. Количество бригад увеличено до 205. Введена в эксплуатацию новая инфекционная больница на 200 коек. Создано 4 ситуационных центра на базе многопрофильных больниц для тяжелых пациентов и детей. В случае необходимости будет развернуто 5280 коек. В больницах области имеется двухмесячный запас средств индивидуальной защиты и лекарственных средств. Сформирован стабилизационный фонд области на 1,3 миллиарда тенге. Ну, на сегодняшний день выделено более 13,8 миллиардов тенге на борьбу с коронавирусом акимом области. И из них, значит, у нас 17 кислородных станций, как нигде в республике, только у нас такое большое количество, в каждом районе, в каждом регионе. Значит, обеспеченность 100% аппаратами ИВЛ, около 600 аппаратов ИВЛ и многое другие медицинские оборудование медицинское, которое было закуплено на борьбу ко второй волне. Вирус страшнее мороза. Массовые водные крещенские омовения в Алматинской области не состоялись. Связано это с непростой эпидемиологической ситуацией в Талдыкурганском регионе. Уже с 10 часов ночи на излюбленных жителями водоемах дежурили специальные мониторинговые группы. Как прошло дежурство служб экстренного реагирования в ночь с 18 на 19 января, расскажет Алексей Цой. На часах 22:00 мониторинговая группа в полном составе, в ее числе спасатели, полицейские и сотрудники Талдыкурганского городского акимата. У каждого свои обязанности, но цель одна – не допустить массовое скопление людей. Связано это непосредственно с бушующим вирусом, из-за которого область вошла в желтую зону. Примечательно то, что сами водные процедуры не запрещены, нельзя лишь проводить массовые купания. Население было информировано заблаговременно о данном стечении обстоятельств. Священник православной церкви отец Александр выступил с обращением к православным. Он также призвал всех православных ограничиться именно в этот день, провести как бы все эти ритуалы дома, не скапливаться и не посещать водоемы, места массового скопления граждан. Службы экстренного реагирования дежурили до самого утра по всей области на всех возможных местах купания населения. Стоит сказать, что ни одного факта несанкционированного массового скопления людей в эту ночь зарегистрировано не было. Для обеспечения безопасности граждан, недопущения несчастных случаев при купании организовано дежурство и патрулирование 4 мобильных групп в составе 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Это по рекам Харатал, Балыхты. Целью данных мероприятий в первую очередь является недопущение чрезвычайной ситуации, связанных с купанием на данных водоемах
Совместно с полицией проводятся разъяснительные работы среди населения. А мы напомним, что обряд крещенского омовения – это исключительно народная традиция. И данная процедура по канонам церкви не является обязательной. К слову, в православных храмах в эти дни проводились крещенские богослужения с соблюдением всех санитарных требований. Алексей Яйцо, Ерлан Азамбай, телеканал ЖТСУ. Темпы экономического роста Китая в минувшем году на фоне негативного воздействия пандемии коронавируса оказались минимальными за последние более чем 40 лет. Однако именно Китай, отмечают эксперты, стал единственной страной с крупной экономикой в мире, которая избежала спада во время глобального санитарного кризиса. В третьем квартале в связи с улучшением эпидемической ситуации ВВП страны вырос на 4,9%, в четвертом на 6,5%. Согласно предварительным подсчетам, ВВП Китая в годовом выражении в 2020 году увеличился на 2,3%. Восстановление китайской экономики, подчеркивают эксперты, стало бы возможно благодаря успешному взятию под контроль пандемии, монетарному стимулированию и зарубежному потребительскому спросу. Круглосуточная вакцинация – способ замедлить темпы заражения COVID-19. Почти 3,5 миллиона инфицированных и 90 тысяч летальных исходов на фоне галопирующей пандемии в Британии создаются новые вакцинодромы. Используются любые большие пространства под крышей, включая, например, и кафедральные соборы, как это сделали в Грассе, Стаффордшир. Власти подчеркивают, что у них не остается ни времени, ни пространства для маневра. Уже сейчас в стационарах находится свыше 37 тысяч пациентов с COVID-19. В Лондоне полагают, что вакцинация может вестись круглосуточно и без выходных. Совет Международной федерации хоккея принял решение не проводить матчи предстоящего чемпионата мира на белорусских аренах. Все запланированные в Минске мероприятия турнира будут перенесены. Речь идет, в частности, о двух четвертьфиналах, полуфинале, матче за третье место и финале. В официальном сообщении Международной федерации сказано, что это решение принято из соображения безопасности и учитывает мнение независимых экспертов, а также всех соучредителей. В Минске, как полагает Совет, окажется под угрозой свобода и безопасность. Опасность перемещения игроков, официальных лиц, зрителей и журналистов. От тренировок к победам. Семиреченские юниоры-гимнасты готовятся к целому ряду соревнований республиканского масштаба. Наши спортсмены намерены выиграть в каждом из них и занять первое место в общекомандном зачете. Масштабный учебно-тренировочный сбор проходит в областном центре. Сила, гибкость и выносливость – это то, что необходимо каждому гимнасту. Юные житосусские спортсмены на тренировках демонстрируют высшее мастерство для своего возраста. И потому Алматинскую область можно, не задумываясь, назвать кузницей будущих чемпионов. Ярким примером может служить Шингиз Турсунбаев. Талантливый юноша демонстрирует не только важные качества спортивной гимнастики, но и характер, нацеленный на победу. Я начал заниматься спортивной гимнастикой в 5 лет. Мне очень нравится заниматься на перекладине коней и других спортивных снарядах. На соревнованиях буду защищать второй взрослый разряд. Моя цель – стать чемпионом. Юниоры оттачивают свое мастерство практически во всех дисциплинах, в частности по 6 направлениям. У каждого спортсмена своя зрелищная и тяжелая в исполнении программа. Большая ответственность подготовки будущих чемпионов легла на плечи опытного тренера Сабита Айтханова. Сейчас в начале года есть хорошие старты чемпионата Казахстана. Это соревнование, это республиканский кубок президента Республики Казахстан. Потом чемпионат Казахстана среди дюша и дюшор в марте, в конце марта это будет. И в апреле месяце 5-е летние молодежные игры в городе Чимкенте будут проходить. Вот к этим стартам готовимся. Семиреченцы намерены завоевать первые места во всех этих соревнованиях. Самый престижный старт – чемпионат Казахстана. В случае победы юные спортсмены войдут в юношескую сборную страны. Так они смогут выступать на международных первенствах. Алексей Цоя, Блэк Утукбай, телеканал ЖТСУ. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания.